то со мной свет будет хилить. Англик? Да, лучше для науки, мне кажется. Я не хилил ни разу свет, я без понятия, что там делать. Я тоже. Вот смерть-то я был не раз. Кавкер, а ты что, хилил тебя? А что говоришь? Тима хилил шамана. Я уже вторую или третью убиваю. Чё, ты убиваешь второй вечер? Я говорю, убиваю уже шамана, хилил, ну хилил, короче. Не третий вайпает. Не, Гринекс, тебя спрашивают, где ты убивал Халиона шаманом? Святой или во тьме? Я не слышу, блядь. Я просто, ну, не вывожу этого вашего тупилого, честное слово. Ничего. Надо попробовать отвести звезду от трэша. Там это 2 минуты отойду, короче. Добейте трэш без меня. А кота нету или чё? Номер кот, наверное. А у него есть кот? Что он собирает? Да. Решил не давать баф миликам, фурикам на трэше. Что, повторим подвиг прошлой Рести? Нет, потом нет, когда? Забудьте лучше. Когда ты психанул? Да. Мы, конечно, можем повторить, потому что напугали, что мало. Нам было нормально, как полгода назад хан трога. Сейчас протопал потянет скилл, за 2 секунды убьем, наверное. Протопал потянет скилл? Ну да. Я тоже походу с ним вместе подтяну, блядь. Ага, наши глаз не подтянули. Глаз. Так отбегай, не будешь умирать. Буду отбегать сразу в Долоран, блядь. Бабл камень, блядь. Давайте на Свиану, ребята. Да, рыбку там как-то. Эти фласки. У этого перед Халиона будет чек. Минус 0 какой-то ЕП. А, уже сейчас ты? Что ты говоришь? Говорил, уже сейчас ты? Пей. Да? Да, выйду. Сейчас выйду. Не, вайпаться еще дальше. Сейчас пока получится трэш пройдет. Так что можешь перед крылом выпить. Охеренных товаров Олег взял? Ничего так. Нет, конечно, один вот раскол я кинул, так он и один и висит. Ару. Не по ним ГП, у тебя же есть провод. Хорошо, что я варом не играю, бля. Вары, стакайте раскол, пожалуйста. Дай стю во вреде. Ой, Фендри, ты в РК? Айрмак, Алицент. Я в РК. Слушай, а тебе какие символы стоят на рогу? Череды убийств, потрошения и коварного удара. Меняй коварный удар оставляй, а остальные два ставь маленькие хитрости и вера клинков. Смотри, сейчас портанешься в банк, там символы должны лежать в ГБ. Вот это кто тебе вот сказал, вера клинков и маленькие хитрости. Поставишь их, это сейчас это я надо, короче, для напула. Сейчас я ему там смотреть, у меня ему там, я как раз
возле банка. А есть штрудель? Нету. Нету рыбы. Давай по тактике, как мы будешь босса ловить. Кризи, первую копию. О, Вань, возьми рыбу еще 11, хотя бы я буду ставить. Каноп вторую. Давайте начинаем. Не буду. Смотрите, если можете. Ну сейчас болтара убьем или возьмемся с вами. Олег, потом ульда? Не знаю. Моя копия какая? Третья, вторая. Что ты этот... Акма, что ты не отбегаешь от босса, когда он вихи кидает шторм клинков? Везло. Так он все равно во время бега бьет себя. Ну, смотри, на первом он же один. 4 хила, 5 хилов, только его хилят. Никаких, никого другого не надо. Так фиксанул лишь уже давно этот дамаг. Не знаю, так, я где раньше от вихря не бил босс. Кризи, отведи свою копию, пожалуйста. Сейчас Кризи Филакс умрет, наверное. Давай Сакру. Уходи оттуда. Half-Life первый самый, спидран. 6500 просмотров онлайне сейчас идет. Блять, нахер он надо кому-то. Чего? Ты по... Там за 10 минут он пробегает примерно, понимаешь? Это же топовая игра. Ну я понимаю, но 6500 просмотров, кому оно надо? Ну вот фаги. Я смотрел этот спидран, прикольно что. Давайте шкаф поставим у босса с умным. Два человека. Возьмите штрудели на всю резку. Видел эти спидраны, которые там Dark Souls убивают, кто вообще задрот и кончит? Наверное, корейцы или китайцы. Без шмота, да, там на ластах ртуются сразу. У меня сталкер спидран сначала тоже там за 5 минут или сколько. Но основной целью еще прикольно. Ну, на легком это делал. Ну это тоже там надо сохраняться, загружаться, потом обратно сохраняться, загружаться так раз 20. Начинаю, вся весь интерес теряется. А в чем ты про что? Ну это про GTA сейчас. Спидран. GTA. Ты знаешь, сегодня скачал этот Assassin 3 ремастер, вышел, конечно, прикольный. Да не всякие там Одиссеи, там Куесины, там всякие непонятные, старенькие, то что надо прям. А что в нем заремастерили? Графика. Четвертый все равно лучше. Не знаю, какой у меня самый лучший, это Black Flag про пиратов, это самый есть четкий. Четвертый. А, ну круто, самый четкий, конечно, на корабле, там вообще огонь. Ни в чем, ты ворка. Есть шанс поставить репорт убийства. Пистолет в рука. Да. Вы опоздали. Стакайте, пожалуйста, раскол на боссе. Не будет стаков, будет ГП. И на ХП, пожалуйста, крикните. И ставьте рыбный пир, если у кого-то есть. Пишите в рука на Коспи кролем. Кому там дать? Вот Хукер, Вуфула, Никон, Хилим, Тиму. Ненухи, вот хил, свет. Акма, танчишь свет, Кризи, Филакс, Тиму. Четвертой пати остается добивать големов.
первого, блин, роба не суманулили, где он тут? Вот он. Да, Олег, это только одно объясни, когда там тотем стоит. Что расставить? Ну, тотем, который ману резать там. Ну, да. Тебе на третьей фазе поставишь под себя. Там все равно у тебя будет креста. Ну, если ты что, если помогу на второй фазе. Чек на пул. А, так. Во тьме диспелит Никон. На первой фазе хилы диспельте. Поставьте ауры. Аура воина света, смотрю, стоит. Короче, хильте я подиспелить сейчас. Что-то когда они уйдут во тьму, я пину. Я перебью ауру. Вот, крест. Эскалет тут. Скелет, ты вылетаешь или ты просто релогаешься? Так хер разный, сейчас вылетел. Сейчас вроде нормально уже. А, заходим в линию, а здесь флакс начинай. Флавскую, Экстрим, Какапа, Никтон, Денилу, Хименск, я помню, с Нупотом. Побежали на Теор близко. Не стойте перед боссом близко. Теор будет во фрейме. Ворачивай на это. Пахивает прошлой РС-кой. Тоже такое было, по-моему, да? Не, ну там просто сталкивал кто-то, чагру сорвал. А так бага не было. Боком по параллели дыхание было. Боком дыхание. По параллели. Вот это перданул. Не было срыва, не было анимации. Пукнул. Просто баг. Давайте рыбу кушаем. Сезон. Как сказал Джерри, он меньше не нужен для open фазы, для БДК, для набора агра. Но нужен для того, чтобы конвертировать удар смерти. Ману рисую. Сейчас эти ману. Так, готов. Ну, давай чек еще раз.
Почему мне минус 200 ИП? Читай причину. Так, кризис флакс начинай. В смысле нет фласки? Есть фласка. Просто у меня до этого был эликсир на первом трае. А теперь фласку я взял, потому что эликсир спал. И... потом после трая посмотрим, у кого фласки есть такой ник. Метка, баш, встали в квадрат, метеор будет отбегать от фрейма. Бежали метеор. Ничем не стой, пожалуйста, у фрейма, ты для СГП накидал тебе за это. Крест, метка. Милики, отойдите в квадрат. Минск. Подбежали, метеор. Четвертая пати с цепью с добиванием големов. Опять Минск. Не надо тапки использовать. А у меня парашют есть. Круто, да. Так, Редифилакс, сразу заходи. Рейд за ним зашли. Неймер, зальешь иннер фуля. Апис, как зайдешь, зальешь иннер вулхакеру. Хакер. По-моему, иннера не было. Я есть. Потому что... Винохи выноси. Заходите, зайди. Пошли, заходим. Апис, сейчас зайдешь, зальешь иннер вулхакеру. Становимся в квадрат, сейчас будет метка с метеором. Или с лезвием. Не помню. Ника, не забывай диспелить. Кто он третий диспелит? Я подиспелю. Так, Йорс Митка. Диспел его. Диспел его. Готовьтесь. Съем метку. Так, выходим в свет. Джанси, отойдите подальше. Так, Разум, давай. Ты что, сам не можешь продиспелиться? Ты что? Дайте еще один роз для Джанси. Ника, не тупи, пожалуйста, диспель. Босса, сейчас будет метеор, отошли. Побежали метеор. РД играем большого голема. Милики мелкий трэш. Алена святой не бьем, когда 40%. Мы же в рейд играем. Наймер, поднимай фокус 2. Апис, как всегда, играйте большого голема. Я еще один. Давайте рост. Ладно, давайте упадем. А ёпт, только минус 2. Блин, там кот умер. Не БР. Он не должен танчиться у стены прям. Потому что он рос, я его отводил, понимаешь? Ты отвел его на 19 метров, а он растет при 10. Зачем эти лишние 9 метров вы? Потому что, ну,
мы сразу срывали. Потому что нет аргументов на 9 метрах. Вот и все. Это этого там маги, да, там нет места, чтобы давай, метку вынести. Давай-ка посмотри. Выходит трэш, ты его делаешь на дистанции 10 метров. Если трэш растет, тогда ты его отводишь, а не то, как ты сейчас делаешь, просто сразу его отводишь в ебеня какие-то. Вот, ладно. То придется менять протопала. Придется Вуди танчить. Давайте заново. Так, чекнем на класс. Кстати, этот самый, слышишь, у меня был эликсир мастерства, потому что у меня недокап мастерства здесь с печатью повиновения, поэтому на меня не было фласки, потому что один боевой эликсир могу юзать. Почему мне сняли ЕБ? А зачем ты у нас отклонился? Трэш бьет магической атакой, на него мастерство как бы до сраки. Потому что до задницы это мастерство. Ну потому что, ну, атаки мои, я бью их в лицо, и они тогда, ну, так. Дайте шкаф. Что я вам объяснять буду? То, что я бью в лицо трэш, это ничего тогда? Его... Когда ты бьешь трэш, он парирует и наносит удар. Атака магическая. Да сраки мастерство. Понимаешь, типа, удар туда, удар сюда. Я не набираю агро, Дима, ты дурачок, у меня атака не проходит. Я в инсте. Олег, не суммонь, я в инсте. Откройте, пожалуйста, промахи и посмотрите сами, потому что я не могу спарить. Давай посмотрим. А, точно. Надо гипа натянуть. Сейчас спарим, давайте босса будет. Сейчас сунем шамана. Давайте бафаться. Печать повиновения, магия, молот праведника, магия, щит, прикольно, щит, освещение, магия. Не знаю, чем там агронабор ты набираешь с помощью мастерства, за протопал. А я мясо завтра буду коптить. Если это был бы протопал, то не протопало. Длинноухий готов. Сейчас заходим за линию. СС, когда Фейзи, начинай. Последнее предупреждение для варов, которые стоят под фреймом босса, будет ГП. Гимн на ХП, на КД, больше не спасу людей. Когда будет идти уже в рейд, так что отбегайте. Инцентри, отойди, пожалуйста, в квадрат. Уже в рейде. Длинная суметка. Сам себе диспель. Милики, перепрыгивайте через лужу, бейте кливом трэш. Ну там вас не убьет. Только не делайте так на третьей фазе. Аж подбежали. Так, опять лужа в рейде. Так, Кризи, подождешь, пока лужи пропадут. Как всегда, метка. Играйте пока по большим. Рейд заходим. Давайте по большим, там кружочек должен стоять, да? Неймер, заливай Эймер фули. Зачем ты ставишь тотем на второй фазе? Я не сонул. Это на третьей фазе Тоби, ты даешь рост, не длинноухий. Добейте, блядь. Скажите, когда зайти. Заходи. Добежали. Да,
Так, метка одновременно с лезвием. Огня ставит тот шаман, который светлый. Крест, ты если что в свету, то я просто не видел, ты выходил в свет или нет. 51. Готовьте свет. Так, сейчас метка будет, ждем, не выходим никуда. Ждем. Вышли. Далее квадратик. Тоби, давай рост. Здесь главное следим за лужами. Тёрс, метка. Диспелю. Перед метеором всегда двигать от фрейм. Побежали метеор. Во тьме даем рост. Давай фула во тьме. Рост. РДД, играем большого глема. Опять лужи в рейде. Отошли. Менск, заноси метку сам себя. Играйте большого глема. Алена пока не бьем. Там крест, играй в трэш. Менск, агро, агро. Я не бью, не бью. Подай признаки жизни, шаман. Скажите, когда вы тьму заходите. Когда вас зайти? Заходи. Заходи. Дайте бафу по шаману, ретрики, крест, каску, друид, лапы. В свету не бьем Халиона, ждем пока. Не бьем. Кёрс метка, на пола нет. Эскейп нажали по трэшу. Играйте большого голема. Амир, подымай, будет хила. Пою гимн от хил. Не надо петь уже. Уже хотом зайти. Помочь. Не знаю даже, в чем проблема здесь. Протопали, наверное. Что там нахуй? Поменяли, блядь, вон проблема. Давай протестим. Заходи, Каноп, на мага, а Вуди на протопала. Я не хочу заходить на мага, я не хочу вообще идти в этот рейд. Просто, проблема не во мне так-то. Проблема в том, что мой стоял... Если хочешь идти в рейд, тогда покидай быстренько рейдовую группу и пока. Так, потому что я пошел к протопалам, я все делаю нормально. То, что, там по перу, ты видишь, что пер, я могу что-то унести, тебя это бесит, я так понял, или что? Я не понимаю, что за предвзятые отношения ко мне вообще. Да пусть станет, я хантом сейчас зайду, помогу им там напулить. Да нет, тут что-то не то. Раньше ж мы... Танчили, проносили все с одним хантом рогой. Ну, не просто. Тут есть три проблемы. Проблема в том, что трэш отводится слишком далеко до леса, до стены, там получается разнобой в метрах. То есть лучший протопал был в этом деле, забыл ник. Я же танчил. Смотри, сейчас лужа не разбивалась, она разлилась возле мини-зены. Уроги у ханта я не знаю, ловушка не ставится там, где надо у ханта, просто какая-то параша получается, трэш получается косит. Если трэш косит, то это жопа. Например, на мне идут, смотрите, мы дамажим, проходит 10 секунд, мы можем посмотреть это все по активности. Меня через 10 секунд начинают бить мобы, хотя у меня, по мобам, Доты, их бьют только доты по одному мобу, то есть так быть не должно. Рога не дорабатывает. Я просто сейчас линкану. У Роги, смотрите, кот не дамажит вообще трэш. У Роги 13 кдпс. Когда кот не дамажит трэш, Рога должен быть на вершине, где-то под 18. Так он не знает, как играть, наверное. Судя по шмоту, то... такое, шмот есть, рук нет. Проще его сразу зачмырить, короче. Так надо, так надо один раз объяснить. Идет, падает метеор, нажимаешь. Вылезает большой, вылезает маленький. За секунду до этого нажимаешь на пул на протопала. Маленькие подбегают под Халионом, бегут.
Нажимаешь первый веер. Первый веер должен быть. Робот, ты как делаешь? Веером? Именно так я все и делаю. Расскажи, это хилы виноваты или танки косяки, короче. Нет, там нету, там я же сказал, есть три проблемы, которые типа, я не знаю, что-то Керс расслабился. Керс, что за прикол? Почему? Что за расслабончик? Давайте бафаться. Чуть на бафы. Эти ханту бафы. Эти каску, кулак, ханту. Что? И инту еще. Да, и инту тебе, каску тоже. Заходим за линию. Ризи, начинай. Я забыл поесть. А, пометка. Побежали метеор. Всегда. Никон, поднимай инфентри. На пол не нажал. Жрал, просто он... Чередовый. Так, я вылетел, походу. Да нет. Жаль, летел. За то, что ты вылетел, у нас и Рогу умер. Да не, я тут. А, писун оси. Так, заходите. Хризи, заходи. Райд, заходим. Четвертый пати бьем полемов. Там Неймер. Неймер, заходишь? Неймер. Он мелкий сливает. Дайте кулак поруби, пожалуйста. Ну а зачем он мелкий сливает? Так. Ретрики, пороги, бафы. Во тьме пристабав лапу. Шестнадцатка хб у БДК. Инфентри метка. Заходите, если не будет. Чё? Кашка, да. Заходите. Нами. Сейчас будет лезвие с меткой. Написано Укеру. Инфентри Рома. Замешкался. Меня застанило хвостом, просто как раз череда была. 51. Не взять череду перед метеором. Смотрим метку. Все, выходим в свет. Волки. Не неси никогда метку в портал. Даже люди выходят. Тоби, давай рост. Так, эссет снова есть. Джанси, метка. Кто-то сдиспейлил, интересно. Бежали метеор. Фула во тьме рост. Играем большого голема. Большого проблема, да.
Наймер, смотри, за агро 18% хп у тебя. Инфентри 33, 2% хп, 3%, 4%. Повысили хп. Ненухи войны на семетку. Диспель у тебя. Таль. Талю в квадратик. Нас будет метеор. Побежали. Алену все это не бьем, ждем лужу. Уже в рейд идет. Убирайте большого голема. Искалеет Дженси метка. Сейчас я с тебя с диспелю. Диспелю. Убирайте большого голема. Сотка еще. После перебежки что-то на ману. Сейчас и будет. Кап задается под мобам. Давай капа на акма, сейчас метеоры, даже капля на БДК метка, смещайте с квадрат. Смотрим лужи, лужи в рейд. Мастом, да. Так, как всегда, выноси метку, ну давай длинухи, ставь тотем, а я сбью длинномана. Неймер, подымай Аюра. Фу, а ты там ставил? Апис, подымай Аюра. Играйте трэш, потом босса. Неймер, выноси метку, сам себя сдиспелишь. Так, даю пристабаф, дайте лапу, еще крест, дай каску. Не слушайте Джериона, побежали метеор, далеко бежим. Акмас, слева от тебя далеко метеор, внимательно. Так, инфентри, выноси метку, внимательно тут. Играйте большого голема все. Последний большой голем. Дота Тихолёна. Разум метку. Иксинки фартик. Чё вы делаете? Квадрат встали. Метеор побежали. Всё, отхилился босс. Давайте... Ну, не знаю, даже добивать или добивайте, нет. Добивайте, добивайте. Ну, давай добьем. 60, конечно. Диспелли крест. Диспелл. Берса через 2 секунды. Мало нету. Я уже не бегу никуда. Идем. О, плащик. На раз кого-то. Пойдем. Или нет? Я не понимаю, почему я срываю после напула. Как так? Ну, оно там уже не дается, у меня бывает такое, что вроде нажало, но ни хера не далось. Типа ВКД поймал. Не то. Тут он выше по ЕПГ по Джерри. Что там сейчас резко, целка? Да, пойдем еще раз соберем. Сейчас подождите, зайду. Так, наручи на Эрдру. А на Эршам они идут? Да, пойдут. Ну, там Тоби выше. Ничем, тебе не надо покидать пати варом и проситься магом, потому что там двойной ЕП, ну, будет получаться туда автоматически. И что ты зашел? Все равно будет распуск. Нормально, давно спать утра и напивать. Рога что-то, ну, типа, я не то, что дамаг мелькую, просто посмотрите, Рогу обгоняет Ретрик в свету, Харзул,
и Элем, когда они, ну, не напуливают и не бьют, ну, сейчас мелкий трэш. Ничего, что как бы я сначала упал.